Подготовка к проведению весенне-полевых работ, план мероприятий по росту доходов регионального бюджета, а также проблема безнадзорных животных в республике. Эти и другие вопросы обсудили на совещании в правительстве. Как доложил заместитель руководителя Минсельхоза, для получения плановой урожайности в 27 центнеров с гектара с февраля начали проводить подкормку озимых культур азотными удобрениями. На эти цели закуплено и распределено по сельхозпредприятиям 2000 тонн аммиачной селитры. Кроме того, ГУПы полностью обеспечены семенами кукурузы, подсолнечника. Затронули на совещании вопрос оптимизации расходов и сокращения госдолга республиканского бюджета на 2016 и 2019 годы. Рассмотрели и законопроект, предусматривающий квотирование рабочих мест для инвалидов. Принятие этого закона будет способствовать усилению социальной защищенности инвалидов, обеспечению их равными с другими гражданами правами на трудоустройство.